Всем привет! С вами Мелисса, креативные подарки Ставрополь. Сегодня вам покажу, как я делала очередной необычный креативный горшочек. Ой, сварганила я здесь лекалом по горшочку. Перенесем это лекало на фоамиран. Чуть больше, чем само лекало, отхожу. Лучше я потом подровняю, чем где-то у меня кусочек будет недоделанный, не видно. И вырезаю. Теперь, когда наш горшочек готов, я решила по периметру распределить 8 вот таких средних сердечек. У нас будут средние сердечки, крупные сердечки, вот такие, и будут вот такие совсем маленькие. Вот. Так они идентичны, только по размеру разные. Сейчас я вот эти 8 штучек должна каким-то образом распределить одинаково по горшку. Я решила их сделать посередине, а остальные уже буду там по мере возможности. Ну, буду смотреть, как, что, где. Мне главное, чтобы они сейчас вот здесь вот я взяла двухсторонний скотч и наклеила вот на такую блестяшечку. Вот, то есть она приклеивается аккуратненько. И, то есть, можно приклеить, она следов не оставляет, вот так вот, вот. Но я должна видеть приблизительно, где мне ставить каждый стразик. Вот, следов она не оставляет, но безопасно, как говорится. Так, ну теперь мне надо это все полностью сделать одинаково, то бишь, и приблизительно на одной все высоте. Посредине, но чтобы между ними тоже все было одинаково. Ой, ну буду стараться. Приблизительно вот эти штучки, 8 штучек я сделала. То есть приблизительно, где они мне будут находиться. Эти штучки я, конечно же, потом сниму. Это у меня просто, чтобы я ориентировалась. Ну, где-то вот так будем делать, да? Приблизительно. Ну, вот так пониже. Ой, главное, чтобы у меня получилось все ровно.
Сильно не придавливаем, чтобы клей у нас не полез из-под этих сердечек. Между прочим, когда их сажаешь на клей, они еще ярче горят. То есть вот так это уже клей начал тянуться. Как бы не так ярко, а вот это на клею, то есть уже горяченькое. Красиво так светится. Так, следующее. Итак, по периметру я наклеила на одинаковой высоте 8 штук средних. А потом шла на одной стороне вверх крупнее и совсем маленькая, и также наоборот вниз. Затем я самые-самые маленькие крошечные сердечки тоже наклеила, придумала своеобразный рисунок, чтобы между ними проходили потом отрезки ленты со стразами. Рисунок можно любой придумать, как и с большими стразами, как и с маленькими. Я вот сделала свой, в конце увидите. Обязательно снимаю паутинку от клея, чтобы не портил нам внешний вид. Я купила 2 метра 60 сантиметров стразики на цепочки. В итоге все это у меня ушло на горшок полностью. И потом отдельными отрезками наклеивала на сам горшок. Для начала я украсила самый низ. То есть, где у нас дно сходится с самим горшочком, чтобы закрыть фоамиран, где нет блёсков. Сначала украсим самый низ. Затем я украсила верх. Аккуратно-аккуратно по фоамирану, не касаясь горшочка, чтобы это хоть и гель-клей, но все равно, чтобы не было видно, чтобы все было аккуратно. Затем я решила произвольные отрезки стразиков наклеивать, но как бы снизу они все вверх, то есть
как будто распускается деревце. Тоже очень аккуратно надо и заранее без клея раз 100 приложить, потому что если вы с клеем, клей-гель, наложите не в том месте, а потом надо будет как бы убрать и на другое место переложить, все, на фоамиране остаются, то есть, ну, пробелы, то есть видно, и ничем уже не закрасишь и ничего не сделаешь. То есть, что я хочу сказать, надо сразу знать, куда ты положишь именно этот отрезок. Вот если положили, все, лучше его туда не снимать, чтобы не оставалось следов. Вот такая произвольная красота у меня вышла. Затем, конечно же, наклеила свой лейбл. Ну и все, горшочек готов. Очередная красотулечка. Очень удобно вынимать и назад ставить внутренний горшочек. То есть с виду, если кажется, о, цепочка как-то там зацепится. Ничего подобного. Все очень просто. Все, как вы делали раньше с такими горшками. То же самое и сейчас. Оно никак не цепляется, не отдирается, вообще не касается. Аккуратненько. Когда этого делали, точно так же и сейчас. Только тогда был просто горшочек, а сейчас это горшочек красотулька. Все очень просто. Вытащили горшочек, поставили в водичку внутренний, цветочек попил, листочки протерли или сбрызнули, и все. Поставили назад, и никаких проблем. Так денежное дерево, оно будет чувствовать, что вы любите и ухаживаете, что вы заботитесь, и, как правило, будет приносить богатство и прибыль. Всем спасибо за просмотр. Следующий горшок, я задумала, это будет вообще бомба. До встречи!